Сотрудники автозаза уже поблагодарили за закон об утилизационном сборе, а президент рассчитывает, что он поможет отечественному автопрому стать лучше. Об этом сегодня сообщил глава Запорожской обладминистрации после встречи с Виктором Януковичем. Были сделаны соответствующие поручения, в которых 90% ложится на плечи нашей запорожской власти, но без тех 10%, которые сегодня я получил в виде поддержки президента, они не смогут реализоваться. Обсудили с президентом также состояние дел в металлургии, сельском хозяйстве и перспективы развития курортов Приазовья.